Привет всем! Вы на канале Физрук Палыч и рубрика... Когда я начну заговаривать, я не знаю. Рубрика «Готовим с Палычем». Всем привет, я сегодня за кадром. Ложка мне, к сожалению, не понадобится. Так, сегодня мы готовим. Все проще и проще и проще и проще. Мы не знаем, куда проще, ну ладно. Продукты все те же, выбрать особо не из чего. Но мы готовим, чтобы быть немножечко с вами. Я сам... Вы представьте, сам помыл рис, сам, и поставил его варить. Угу, молодец. Сейчас мы ставим сковородочку на плиту, вот здесь, не скажу что. Включаем. И... Ты уже сам включишь? Да, и даже сам включил. На девяточку. Разогреваем. Это все, что осталось от масла? Масло еще по-прежнему не спонсор нашей вечеринки. Пальмовое масло. Тайское пальмовое масло. Усмебрис. То есть олейна. Так, наливаем. Да все выливаем. Я думаю, все уже выливает. Еще не хватит. Так, Надь, гляди. Если вот так поставить, да? Расплавится. И оставить, то пусть расплавится. Не, да? Не, не покатит. Не покатит. Так. Давай тут свет здесь включим. Легким движением руки правой мы прощаемся с нашим не спонсором. Что делаешь, блядь? Видели, да? Так. Раз это. Но. А ты куда разогреваешь? У тебя рыба не разделана, не мыта ничего. Разогреть, я забыл сказать. Разогреть на шестерочке. Поэтому мы чик и убавляем. Убавляем. Так, добавляем еще. Да ты помой сначала! Да сгорит все, Серёжа! Я сказала-то, что у это. Ладно, как скажешь. Так. Все у тебя через одно место. Надя, подожди, она живая. Она живая. Она была живая еще утром. Сейчас она уже сдохла давно. Да? Да. Ее по башке огрели на рынке. Посмотрите, кто у нас тут есть. Привет! Помой хорошо. Убери из раковины, все, там рыба будет, Сережа. Ты потом не отмоешь это. Несу сушефа никуда. Так потому что сушефу так. Потом все это отмывать. Промывай хорошо. Привет, я с вами. Видели? О. Аккуратненько. Вот именно что аккуратненько, ключевое слово. Аккуратненько промываем. Заливаем в рот ей. В рот не надо, кишки вымой там все. Прям рукой туда лезь и мой. Чего ты боишься? Аккуратно. Руку не там, детки. Ножом бери и дорезай. А то ставит он тут греть. Тут еще до того, как разогреть, на, я тебе даже тесак мой дам попользоваться. Я не знаю, я им не справлюсь. На рынке нам ее уже... Дубоснули вот сюда. Да, почистили, выпустили кишки. Ох, а да, когда руки и жопы. Вообще не то слово. Учитесь, учитесь. Так-то Палыч-то первый раз делает. Я все делаю с вами первый раз. Детишь скоро готовить начнет. Еще раз промываем. Да, вот эту черную фигню убираю оттуда. И там у позвоночника будет тоже вот. Которая такая. Значительно загорчит вашу рыбу. Да. Я уже знаю. Молодец. Щечку дай тебе. Так, дайте, готовим пожалуйста. В прямом эфире. Дайте, пожалуйста, сушать мне дощечку. Пожалуй, я тебе большую дам, а то ты тут мне сейчас все делаешь. Да, так как у меня руки рыбные, убери, пожалуйста, вот, тарелку. Вот. Я и... Ой, оператор. Это уже масло поставил, тут греть. Так, ничего страшного. Так. Вот видите, какая свеженькая. Хорошенькая. Сейчас Сережа ей вот так голову пиздыкнет. Так, вот этой водой не будем умывать?
или ладно? Да что ее обмывать? Так, все зажарится. Да не так. Пиздыкнуть или разрезать? Сереж, ну что ты делаешь-то? Ну, под жабры, под... Давай я. Теперь давай я сделаю. Вот так. Да, делай наискосок. Вот так. Эту часть вот так, до половины. Да. С другой стороны так же. Так. Вообще делается вот так, это все вырезается. Не учитесь, он у вас вообще ничему палочки не научит. Ты сейчас жабры ей оставишь. Вот так? Ну ты что, не видишь, где у нее жабры, где что? Не чувствуешь? Так, что ты делаешь-то? Не ломай рыбу. На рыбу не давят. Теперь вот так. Да. Ну, я не знаю. Если сейчас здесь не будет пальца Палыча, то он и так может сделать. Ты рыбу сейчас поломаешь. Вот я и хочу научиться. Так, вот так, да? Ну, у тебя даже тесак есть, но ты можешь нажать, блин, на нее. Подожди. Да не так. Вот так. И... Да, Сереж! Насквозь, подожди. Да почему насквозь? Ну, углом ты возьми, да что ты делаешь-то? Тихо. Ты можешь... Ты не поддел, Сереж. О, блин. Ну, сразу видно, человек вообще с рыбой никак не дружит. О! Наконец-то. Я посмотрите, отсюда... сколько мяса осталось на этой голове. А нам ее придется выбросить. Нет, я ее сварю что-нибудь. Ну, только в суп теперь. Посмотри, сколько мяса. Так. Вот видите, вот это все мясо. Вообще теперь ее в идеале. Да не надо, Сереж, но она войдет, она бы целая вошла. Она и так целая. О! Так я про что и говорю. Можно было и голову. Голову, короче, тоже жарь я ее есть. Я ее тоже пожарю. Так, моем руки. Обязательно. Я не доверяю этой воде. Поэтому желательно... облить ее. Да, внутри главное обмой. Сверху-то она обжарится. Блин, Сережа. Нормально. Ну, только ты, так, ну нормально на меня вся вода льется. Так, а все масло здесь? Стреляет. Здесь? Нет, там еще так раз. Ты там моешь. Я не знаю, нафига ты включил раньше времени. Сейчас сгорит масло. Ничего не сгорит, добавим еще. Смотрите, пальмовое масло чернеет на глазах. Так. Рыбу просушить надо. Сереж, ну хватит. Так, подождите. Пока. Да сейчас сгорит твоя приправа, Сережа. Ну так, что а ты что, делаешь? Пока рыба сохнет. Ты. Пока рыба сохнет. Сейчас пожарка сработает. Вытяжку включай. Тихо. У меня своя специфика работы. Офигенно! Угу. Так, видите, подождите, ставим. Все, рыба просушена. Я это видео выкладываю на канал, ты в курсе? Да, мне пофиг. Рыбу посолить и поперчить как минимум надо. Обсушить бумажным полотенцем. Так, за сначала, неимением сначала туалетной обсушить, бумагой. Сначала обсушить. Что ты там ищешь, Палыч? Посрать пошел. Я так сильно испужался, что... Она сейчас вся прилипнет, это же тайская туалетная бумага, это же не наша. У меня ничего не прилипнет. Ну сейчас вся бумага будет, да смысла нет вообще. У меня она даже в жопе не прилипает. Сереж, горит все. Ты что делаешь? Су-шеф. Ты хочешь все сжечь или что? Су-шеф, ты думал, у меня есть. Тик. Так, солим. Ну сжег всю приправу, вот видите, все черное. Сейчас будет офигенно вкусно. Ты снимаешь? Видишь, хорошо, когда есть су-шеф, да? Который помогает. Офигенно. А потом все напишут в комментариях: Надя, ты опять Палыча гнобишь, ворчишь на него. Гнобишь. Ничего, что он мне еду портит здесь, переводит. Я ничего не порчу. А что ты делаешь? Так, меня просто... все маслом облил в моем красивом платье. Так. Все уделал мне тут. Я все вымываю. Ну, даже баночки все в рыбе уделал.
Вы простите меня, просто это делается не так часто, а точнее первый раз. Поэтому я не профессионал. Вообще у тебя даже диплом повара где-то. Это канал не для профессионалов. Ты купил его? Не, когда я учился на повара, я учился прямо. Жиры бы даже делал. Я прямо нормально учился. Ну, это. А погромче можно говорить? Без опыта всего вот этого. Так, мы посолили, поперчили. И сейчас сожжем ее. Спалим к чертям собачьим. И голову сюда же. Ну просто потому что не трогай теперь ее уже, все. Как у меня голова сбоку. Так. Что дальше? Это можно уже отключить. Да пусть постоит еще. Так, наверное, отключить уже можно? Нет, еще нельзя. Вытираем плиту. Я чувствую, что рыба-то сегодня вообще капец будет. Капец вкусная будет рыба. Угу. Крышки нет. На пару не сделать. Прожарить она не прожарится. Убавляй. Значит, гореть будет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, сначала надо это включить. Теперь. На сколько поставим? Вот так, на пятерку. На пятерочку. Там посмотрим. Все. Не трогаем. Я бы уже 500 раз перевернул. Мой сушеф сказал, что не трогаем. Да нет, тут просто все пристало. Тут уже горело масло не знаю сколько. Поэтому тут уже ее ничего не спасет. Ее надо было тогда резать на куски. И она бы хотя бы прожарилась. Я предлагаю перевернуть. Либо сырую есть, либо... Я предлагаю перевернуть. Переворачивать. Вы как на это смотрите, уважаемые? Я отрицательно. Положительно. Что шкура там останется? А я же тебе сказала, Серёж, что ты делаешь? Перевернул, да? Ну, в общем, вы видите, да, как, что мы сегодня будем есть. А так бы она вообще пристала. А так надо слушать своего су-шефа, если шеф нифига не соображает в готовке. Обещаю, следующая рыба будет намного быстрее приготавливаться. Конечно, это мы сырую съедим просто теперь. Ничего, мы сырую не съедим. По всей видимости. Учетом... Либо нам придется туда воды добавить и сварить ее. С учетом того, что у нас нету масла, то вообще офигенно получается. Так. Приставай. Рыба, приставай. Она уже готова, гляди. Угу. Гляди. Вообще вся готова. Ну, в общем, ладно, ставлю на паузу. Не надо потому паузу. Что этот процесс будет капец какой долгий, и сейчас придется ее готовить на пару. Рыба жареная не удалась. Ребята, вы должны понимать, что вот это канал для тех, кто реально все делал, все пробует первый раз. Ну, чтобы те же грабли, как палыч, не наступали. Да. Только для этого. Да. На камеру, по-моему, масло попало. Мне кажется, надо стирать. Все стирать. Мне кажется, надо лайк поставить. Лайк, звонить. Бум-бум. Колокольчик. И говорить, что Палыч старался, Палыч молодец. А Надя опять говно полное. Надя супер. Вот если бы без Нади бы, рыба вообще бы даже не зажарилась. Без Нади бы рыба даже не купилась. Да. Пока жарится рыба, мы здесь все аккуратненько убираем. Вот это все сюда убираем. А что она такая травяная получилась? Ну, потому что ей как бы жариться надо, а некоторые решили ее перевернуть. Некоторые на куриной грудке не научились, то шефа не слушали. Я почему перевернул? И опять то же самое сделали. Потому что она уже пристала. А почему она пристала? Ты стейк жарил хоть раз? Нет. Ну так вот. Но это вам предстоит увидеть. Ты же уже грудку жарил, я тебе сказала, не трогай ее. Первое правило.
Когда вы что-то обжариваете, не трогайте. Ну вот это свинья. Я боюсь, что ты все будешь есть, потому что это все будет сырое. Рыба жарится быстрее курицы. Да ты что? Да. Ну посмотрите, как она жарится быстрее курицы. Видите? Она вся сырая. Не знаю. Зато рис готов. Ну вот я, пожалуй, рис и поем. А я поем рыбу. Сырую. Глистатую посмотрим. Глистатую. Раз она не прожаренная. Она там просто... вполне может быть местный апистархоз. Она прожарится. Как ты думаешь, в Таиланде аписторхи водятся в озерах? Mm-hmm. Это озерная рыба речная или какая-то? Карп. Как она это называется? Это карп. Карп? Ну, конечно. Пошел карп по базару поискать кое-какого товара. Вдруг навстречу ему балда. Идет там не знаю куда. Ну, ребята, ну... Один большой плюс, знаете, какой? Я вас не кормлю этой рыбой. Но буду ее есть там. Но я никак не могу понять, почему нельзя было переворачивать. А почему? Она же все равно бы пристала. На такой она сковородке. Она потом отстала бы. На такой сковородке, на такой сковородке никогда, никогда не берите жарить. Потому что... Просто руки надо отсюда, откуда надо, и не жарить. Все. А сейчас она у нас не прожарится. Да что ж такое-то? Плачет и плачет. От того, что кожа осталась, она не прожарится. Зато рис готов. Ура! И причем посмотрите, какой идеальный белый. Так, кстати, все, ставлю на паузу. Хочу заметить, что здесь рис, ну прям реально, даже я не смог его испортить. Да, самый дешевый рис за 20 бат теска лотоса, 21 бат за килограмм, по-моему, стоит. А зачем ты хочешь это? Паузу? Чтобы люди не услышали, как ты орешь на меня? Да. Не, никаких пауз, все в прямом эфире. То есть даже вырезать все одним файлом? Да, да, да. Так, ребята, не отключайтесь. На камера нагрелась. Ребята, не отключайтесь, потому что я чувствую, что сейчас получу... Ну ничего. Век живи, век учись. Как говорил. Сказал Палыч. Палыч. Голову хоть могу попереворачивать? Попереворачивай, ей уже ничего не грозит. Ее уже и есть нельзя, и в суп нельзя. Смысл нельзя? И она уже пригорела вся. Ты что делаешь, ты мясо? Ты можешь подхватывать? Лопатка тебе для чего? Лопатка не для того, чтобы сверху. Тебе помочь? Не для того. Ты сам все испортишь. Сам начал косять, ты сам все испортишь. Да? Ну-ка. Не ешь сырую рыбу. Козленочком станет. Mm. Если бы была крышка, можно было накрыть и добавить водички, она бы хоть на пару доделалась. Не надо. Мы сегодня... А теперь я даже не знаю. Ни масла у нас нет. Кстати, если у вас это такое, сливочное масло. Не надо. На сливочном точно не надо. Маленько. Все сгорит. Не надо. А так не сгорит. Давай до конца ее испортим. Нет, я хочу рыбу поесть, хотя бы наполовину испорченную. Даже сырой? Лопатку подведи, аккуратно поднись. Хочу вам сказать. Прям вот от сковородки. Не надо отрывать, прям подводи вот так, как котлеты переворачивай. Вот так. Угу. Ну, посмотри, что там. Огонь маленький, поэтому мы только на медленном теперь огне. До конца. Переверни. Аккуратно. Потому что с этой стороны она сырая. Вот. Если бы ты ее не трогал сразу, она бы с той стороны вот так же зажарилась. Да, она и сейчас так зажарилась. И, возможно, даже бы прожарилась. Сейчас просто это подольше процесс. И придется время от времени переворачивать. Процесс, конечно, подольше, но... В итоге-то. Палыч, молодец. Я, может, недостаточно посолил, покрутил, но это по вкусу. Так, забыл вам сказать, что в конце пути, когда этот великолепный щук пожарится, я полью все соком лайма.
потому что он вкусный. Ты лайм помыл? Да, конечно, помыл. Я же такой ебанчо, блядь. О, давайте не пугаюсь. Так, ну все, ставлю на паузу, посмотрим, что получилось в итоге. Да. Мы уже, это все в прямом эфире, без всяких монтажей, как говорится. Ребята, не забудьте выкинуть мусор после рыбы, потому что в Таиланде она прям реально... Сразу выбрасывайте. На 2 часа не оставляйте в квартире вообще никакого мусора. Потому что такая вонища. Потом удивитесь, кто у вас сдох. Поверьте мне, это прямо проверено на собственном опыте. Лучше делать ошибки чужом, на чужом. Вот, я сразу выкидываю. Так, выкидываем. Не отключай, не отключай, я сейчас приду. Нельзя. Во-первых, все уделано у нас получилось. Во-вторых, ну рыба, она в принципе прожарится. Голова нет. Голова не прожарится. Потому что ну, она и больше, и толще. Я предлагаю, голову поставить на попа. Да ее хоть на что уже ставь. Не-не-не. Подожди. Она не прожарится. Подожди. Ее надо будет закрывать. Вот, вот. Я тебе говорю, что она... Я сырую голову есть не буду. Давай. Ну теперь только уже, да, куда переворачивать? Все уже пусть там со стороны доготавливается. И все. Видите, какая? Не красотень у нас получилась. Красотень. У всех кулинарные каналы, все красиво, у всех так прямо супер, картинки, все. Вот у нас, смотрите, кулинарная рубрика «Готовим с Палычем». В смысле не красотень? Ты посмотри, я красивее рыбы в жизни не видел. Всем рыбам рыба. Ну, типа, да. В смысле? Вечно всем недовольна. Это женская натура. И надо красиво. А мы, мужики, готовим вот так, сука, из-под топора. Ну, пи... как вкусно. Сама же будет сейчас хавать, и это, и слизни будут течь. Видите, как рыба стоит? Видите, как рыба стоит? Сереж, посмотри, сколько времени на камере прошло. А, времени на камере прошло 23:38. Ну, нифига себе, мы уже 20 минут рыбу жарим. Ну, понятно, включать нельзя. Я не хочу. Это самая длинная готовка с Палычем. Короче, если захотите приготовить, надо жрать вот так, как я тебя учила. Да. И вот здесь еще, видишь, пристало. Так же. Вот. Да ты уже запоганил всю рыбу. А? А? Теперь это будет вот так выглядеть. Да посмотри, она красотища какая. Ты посмотри. Не трогай, ты ее уже дербанишь. Она уже готова здесь, поэтому осталось считанные часы. Минуты. Ну нет, она уже даже... Вилочку дай, не припасы. А кто говорил, что она не приготовится? Кто говорил? Кто говорил? У тебя Палыч уши волосатые. Хреново тебя подстригли в тайской парикмахерской, видимо. Не все волосы удалили. Нормально. Ну-ка посмотрим. Ну, в принципе, да, крови уже нет. На вас тут нет, еще есть, еще не готово, еще жарить и жарить. Ну прям жарить. Ну жарить, да. Лучше даже накрыть крышечкой чуть-чуть под это. Вот это? Ну нет, не надо крышки. А нет, крышки нет. Короче, будем так жарить. Все, мы уже все дожарим, но вы поняли принцип. Тут осталось, может, там 3-4-5 минут туда-сюда. И... чтобы огонь был не сильный, чтобы теперь не сгорело, просто ее соком лайма, я в самом конце пахнет. Готовое блюдо. Все, отключаемся тогда уже. Подождите. Кого ждать? Мы кого-то ждем. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и звонить.
колокольчик. Мы вас любим. Пусть все плохо, но надеюсь, все вкусно. И очень вкусно. Любим вас. Все, что делается, делается для вас. Ну и для нас тоже, и для Палыча. Он хоть готовить может научиться. Да, я-то вообще благодарна. Я все постепенно вливаюсь в эту среду, и все будет офигенно. Но еще забыл сказать самое главное, я буду теперь ходить с бороды. Не знаю, сколько времени мне хватит, но буду учить итальянский язык. Следующее путешествие в Италию. Buonasera, signorita. А, нет. Grazie, grazie. Короче. Всех целуем. Всем пока-пока. По скрипту. Вот что получилось. Смотрите, какая красотища. Вкуснятина, я уже представляю. А кто-то говорил, что ничего не получится. Да, только посмотрите, там какая гора посуды. Надя будет убирать. Я готовил, она не убирает. Ну что, попробуем? Какой? Ну-ка, давай пробуй. Так, можно вот сюда? Да. Приготовилась. Ну-ка. Ну все, мы уже поняли. Давай, быстро. Вкуснотень. Белиссимо. Ну все, верю на слово. Теперь точно всем пока-пока, а то Павлович сейчас без меня все съест. Не, вкусно не ешь. Мне она не приготовилась. Вкуснятина. Не, не доготовилась, не кушай. Все, всем пока.